ведьмак. Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе два раза постолько, сколько обещал Невин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Невин примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллина, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Следы когтей очень глубокие. Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Должно быть, это Ганна. Запах буквально разорвавшегося тела. И повсюду кровь. Талак. Надо быть начеку. И следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Клок шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Похоже на охотничью стоянку. Кровь едва высохла, и его сюда притащили. Интересно, откуда? Не трогай его!
Кажется, нам надо поговорить. Это Мелин! Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты... Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет! Не трогай его! Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги! Заметки. Интересно, кто их писал. Но! Давай, плотва! Thank you.
Все. Тимирию и Коновалов отправили. А на тех, кто порося откармливает, пусть мор нападет. Латва не так быстро. Ах, и гнусный же ты. Плотва.
гнездо Гули, и надо его уничтожить. Пошла. Это ты зря.
Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню, в Еворник. Дам тебе кое-что в подарок. Фу. Теперь освещенное масло. Даю загореться. Теперь Игни. Но! Теперь Игни. Похоже, дождь собирается. Давай, плотва. Кого-то не добили. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент... А он на нас косой. Ты бредишь. Ну да. Что-то у меня в голове помутилось. Спасибо, что помогли. Сука, я сам видел, как один гуль трупешнику ногу отхватил. Целую ногу димахом. Уеду я. Хоть бы и в повис, мать его.
теперь Игни. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Геральт, спасибо за все. Спихнуть меня хотите?
Вафор! Гнездо Гули, надо его уничтожить. Вот ищешь, они сами тебя найдут. Thank you.
Ну что, паскуда? Император поведет нас прямо на Мистер. Вафор. Не морочь мне голову, Вафор. Ты слишком много себе позволяешь. Слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Нелюди. Thank you.
Шевелись, плотва. Убью. Оторвать ему яйца!
пошло. Пошла. Шевелись, плотва. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? Вперед, плотва! Тебя видение? С детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. А если серьезно? А если серьезно, то в юности ударила меня камнем по затылку. С тех пор я и вижу всякое. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Я вижу волка. Он бредет вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахесса, да будет так. Внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хены Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди, иди уже.